А у нас в квартире газ, а у вас уже совсем скоро этот вопрос будет одним из самых распространенных в поселке Нижняя Шиловка. Многие ждали этого целую жизнь и до сих пор не могут поверить, что конфорка на плите загорается не от баллона с пропаном, а от настоящего природного газа. В радости нашей не было предела, конечно. Отопление сразу, горячие батареи прям буквально за секунду согрелись. Надо пользоваться моментом и подключаться, потому что все равно дешевле обойдется газ. На кухне Айкуш Карапетовой голубой огонек также вспыхнул буквально на днях. Теперь и ремонт в доме закончится быстрее, есть горячая вода. Можно забыть и про ежегодную покупку угля, которым раньше отапливались в зиму, а сэкономленные деньги потратить на внуков, с улыбкой говорит хозяйка. Мы ждали очень долго, наконец-то дождались. Спасибо всем. Было тяжело. Представьте, сколько лет на угле, на дровах, неприятно кочегарить. Теперь, слава Богу, пришел этот день, и мы рады. Пока подключение к газоснабжению идет в Адлерском районе не так активно. Многим людям кажется, что этот процесс изначально сопряжен с бюрократической волокитой и отнимает много времени. На деле это не так. По поручению главы города в администрации Нижнешиловского сельского округа создан штаб по газификации. Можно позвонить по телефону или прийти лично в сельскую администрацию, чтобы получить всю необходимую информацию. Жители улицы Светогорская хотим подключиться к газу. Расскажите нам, пожалуйста, процедуру данного подключения, куда обращаться, сколько времени это займет и какие нужны документы. Для этого нужно паспорт хозяина, свидетельство о госрегистрации на земельный участок, на домовладение, технический паспорт на домовладение и все правоустанавливающие документы на объект капитального строительства. Помимо работы в оперативном штабе, сотрудники Нижнешиловской администрации ходят по дворам и раздают домовладельцам памятки с алгоритмом подключения к сетям газоснабжения. У нас уже в селе Нижняя Шиловка есть 3 домовладения, которые уже пользуются газом. Многих выполнен монтаж, многие получили абонентские книжки, и вот в ближайшее время, еще, я думаю, несколько десятков уже смогут дополнительно подключиться. Значит, многие также пошли сейчас заново получать новые технические условия для того, чтобы можно было сделать проект и подключиться. Как говорят специалисты, август – оптимальная пора, чтобы собирать документы и получать тех условия, тем более, что услуга эта бесплатная. Придется немного подождать, но к отопительному сезону все будет готово, и тогда уже необходимость запасаться на зиму дровами и углем отпадет раз и навсегда. Ответы на вопросы по подключению к сетям газоснабжения можно получить по телефону в Сочи-Гургазе 296-08-04. Для консультации можно позвонить в оперативный штаб Нижнешиловского сельского округа. Также по инициативе сочинских единороссов помощь селянам штабы по газификации открыты в Молдовском, Краснополянском и Кудепстинском сельских округах. Здесь жители консультируют по всем вопросам подключения. Работают 2 пункта на выдачу тех условий на улицах Ереванской и Дмитриевой. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.